Рустам Миниханов вручил орден за заслуги перед республикой бывшему министру внутренних дел Татарской ССР Николаю Демидову. Сегодня он президент ассоциации МВД «Щит Чернобыля». Награда вручена за плодотворную работу на благо Татарстана. Налог на бани и сараи начислят автоматически после съемки дач с беспилотников. С этого года в России начнет начисляться налог на имущество дачников. Это гаражи, бани, сараи и прочие нежилые сооружения. Казань в будущем может, по примеру Москвы, снести хрущевки. Об этом говорили на комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Рустам Миниханов отметил, что сегодня нужно учитывать не современное состояние столицы, а будущий облик.